Галоўная задача акции – продухиление дорожно-транспортных здарений с уделом пешеходов. «Стань бачным у темры» – это не просто популярный слоган. Это еще и способ заховать здоровье и житё. Вязковцы признаются, с початку до светлоотбивальных элементов шмат кто относился абыякова и навод гонорился их отсутностью. Теперь ситуация изменяется на супрацьлеглую. Не опошнюю чергу, дякуючи супрацовникам дзяржаўтаінспекции, якія проводят активную профилактичную работу. Правда, коли человек упарта, не жадая клопотиться об властной безопасности, могут и до административной отказности притягнуть. Есть, конечно, у нас те, кто не хотят, привлекаем к административной ответственности. Но большинство как бы, людей идут навстречу, ну и понимают, что такие сейчас у нас времена, что надо пользоваться и как бы безопаснее для себя пользоваться и использовать светоотражающие элементы. Бесплатная раздача светлоотбивальных камизелек – еще одна спроба снизить колькость дорожно-транспортных здарений с уделом пешеходов. У вёсцы Зябровка Гомельского района зимой тротуаров для пешеходов нема практически нигде. На центральной улице люди ходят по проездной части. Коммунальная техника расчистить узкие тротуары не может, а сярод самих вязковцев такая практика не распаўсюджена. Меж тым рух на дорозе вельми напруженный, особливо у выходные дни. У наваколі находятся сотни дачных участков, куда их уладальники приезжают навод зимой. Особенно суббота, воскресенье, перейти дорогу даже сложно бывает суббота, воскресенье. Так что у нас опасно ходить. Надо себя обозначать в темное время суток. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадо, компания «Гомель».